Всем привет! Сегодня я решил снять небольшой ролик о своих приобретениях. В марте были интересные акции в интернет-магазинах, и я решил ими воспользоваться. Там я заказал воблер фирмы Итума. Недорогие, маленькие, миноки, тонущие на головля, на жереха. Вот. Также решил я попробовать плетеночку Сиглон ПЕ 8-жильную в оранжевом цвете. Также заказал шарф-бандану БАФ. Для того, чтобы не обгорело летом шея, лицо, уши, нос. Ну и защита небольшая от ветра. Вот. Следующий магазинчик. Тоже заказывал здесь не один раз. Вот. Были у меня там бонусы. Надо было пользоваться. Тем более доставка тоже там была бесплатной. Вот. С этого магазинчика я решил заказать себе поводков, крючков и один воблерочек, который я в этом году уже утопил. Упаковка, как всегда, простенькая. Также вот решился заказать куканчик, потому что от предыдущего у меня всего осталось две скобы. Тоже был по акции, кстати. Вот. Ну, интересные, кстати, здесь застежечки. Более надежные поводочки. Титановые. 4 килограмма, 17-20 сантиметров. Очень мне понравились. Очень естественная игра приманки, не надо ставить флюр. Флюр я не верю, если возьмет щука. Вот, ну эти поводки в принципе спасают. Ну, также закончились поводочки у меня. Струна взяла на щуку. Небольшое пополнение. Вот, дальше взял крючки под джиг. И под воблеры, и под блесны для оснащения блесен. Значит, данные крючки для оснащения микроблесен. Крючки для оснащения небольших джигов. Ну, интересная хотелочка у меня была. Заказал я себе еще один спиннинг. Посажено хорошо, как вы видите, на клей. Вот, ну и что мы видим? Что в этой посылочке также мы видим несколько приманчик от фирмы Pantun, крючки для оснащения блесен и воблеров. Здесь я брал уже компанию Овнер. Вот. Ну и, конечно же, новинка 2019 года. Также разрекламированная всем известным рыболовом Психоган от Pantun 21-19 с тестом 7-24. Чехольчик сделан интересно. Сеточка. Скелетная рукоять. Крученная ручка. Небольшая помятость.
Критично. Значит, держатель от Fuji. Конечно, спиннинг не идеальный. Ну, об этом мы немного позже досконально посмотрим и расскажем. Да, сломанная вершинка. Интересно, где он был сломан. Ясно, ладно. Ну что, друзья, позвонил я в магазин, сказал, что спиннинг мне пришел сломанный. Мне сначала не поверили. Сказали, что это я сломал при распаковке. Вот. Но когда я сообщил им, что снимал распаковку от начала и до конца, через некоторое время они перезвонили, сказали, чтобы я отправлял им спиннинг с деком обратно в компанию на экспертизу. Вот. Помимо этого, у меня был один воблер с такой плямбой на боку, и я его открыл, начал им ловить, и он из суспендера просто превратился в быстро тонущего. Вот. Об этом я им тоже сообщил, они сказали, что можно положить и воблер тоже. Вот. Сейчас я приехал забирать свой спиннинг на СДЭК. Прислали мне его обратно, поменяли. Вот. И сейчас поедем его распаковывать. Итак, друзья, распаковка спиннинга, вторая попытка. Осмотрим тубус на наличие повреждений. Вмятина. Запаковано неплохо. Скотч фирменный. Значит, что, приступим. Что крышка здесь не посажена на клеках в прошлый раз. Достаем аккуратненько. Тут воблер. Спиннинг. Ну и там резина, чуть попозже ее достанем. Что, посмотрим на наличие повреждений. В принципе, в чехле с чехлом все в порядке. Аккуратно открываем. Ну что, смотрим, на рукоятке повреждений нет. Спиннинг новый. Фурнитура Fuji работает. И кольца, стыки. Сколов не видно. Кольца Fuji. Далее достаем. Первую часть мысик спиннинга и осматриваем. Повреждений не видно. Ну а теперь осмотрим кольца. Их ровность, соосность. Так, это норм. Это норм. Вот это колечко, конечно, не соответствует стандарту. Поставлено криво. Но, на мой взгляд, это брак. Норм. 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 Норм.
Сейчас положение вроде как ровное. Ну, в целом, спиннинг поменяли, но, конечно, качество я ожидал лучшего. Ну что, вот 5 пачек резины, которые они положили в качестве компенсации за транспортные расходы. Ну, не совсем, я скажу, мое, так как я на такой ультралайт даже не лазу. Вот. Ну, кое-что, конечно, попробовать можно на окуня. Но в целом не совсем интересно. Ну, вот такие дела. Значит, что сказать о 3 магазинах, которых я заказывал снасти. Из 3 этих магазинов не накосячил только один. Значит, у другого магазина косяк был в том, что они не доложили в воблер, но при этом я позвонил им на следующий день, они меня выслушали, перезвонили через часик после того, как уточнили на складе, сказали, что действительно это так, и сказали, что отправят в воблер. Через пару дней мне курьер его привез. Вот. В принципе, проблему решили. С этим магазином, ну, что сказать, свою проблему они тоже решили. Спиннинг поменяли, воблер поменяли, компенсацию положили. Ну, а в целом, насколько это круто для интернет-магазина, судите сами, делайте выводы сами. Вот. Ну, на этом все. Всем пока. До новых встреч. До встречи на воде.